Привет, Миша. Как твои дела? Вообще, надо подумать насчет этой вуали. Она вроде прикольная. Лица не видно, торгашки. Привет, покажи попу в джоках. У меня нет вебки. Привет, Кирилл. Чего нет, того нет. У меня попы даже нет. В отличие от тебя. Поэтому да. Папа есть, я видел. Не видел. Что мне тут стоит? Ой, бля. Зря я сюда посмотрел. Там еще есть бонус? Нет. Есть. Ладно, бладики оставлю на потом. В принципе, сейчас с непатием можно не растрачиваться. Но это говно. Почему этих ивентов не было, когда я в ДБД играл? Ну, ты просто не попадал на ивенты, наверное. Тут неинтересный ивент сейчас, кровавая луна. Он как бы визуально красивый, в плане там лобби, я не знаю. То, что кровяка там есть, но... Хз-хз. Он неинтересный в плане механик. Это Хэллоуин, я понимаю, духов кормить можно было, в другое измерение прыгать, вот это было охрененно. А сейчас? 5 лет играл, было штук 10 ивентов, из них вообще скинов почти не было, кроме новолуния или как там ивент в честь китайского Нового года. Там норм скины были. Ну тут тоже прикольные, но они донатные, и они на определенное время ивента, потом они только через год, я так понимаю, появятся, если снова Blood Moon запустят. Ну а Семикаэлу купил. Кто там еще? Эйсик. Не помню, кто еще. Торговка доктору. Я тебя купил. За сколько? А. Понятненько. Да, бесплатно, сука, я в ахуе. Ну, типа, вот в чем суть ивента. Ты ставишь вот эти кровавые зоны. В них, если какие-то действия делаешь, они увеличиваются по бладпоинтам в честь ивента. Плюс, если ты раненый, у тебя стоны на 50% снижаются. Если ты в приседе, то на 100. А у мана в этих зонах, ну, атака, наверное, такая же, как и с добиванием. Вешай давай. А, у Джейка это горячий ген. Ладно, короче, атака такая же, как с добиванием. Барбекю. И этот... как это называется? Перезарядка дольше. Ну, как бы это штрафик такой. За счет того, что ты там можешь сделать нереальный хит. Поэтому многие челики там брали даже в свой билд добивание само, чтобы у них, ну, прям максимально грязь была. Привет, Дима, привет, Дука. Hello. Сегодня отдыхаешь? Ну да, сегодня воскресенье, что-то я спрашиваю. Я просто дурачок, единственный, кто 2-2 работает, для кого воскресенье это тоже может быть рабочий день. Да, что-то я забыл про это совсем.
Ну, бывает что. Учитывая, что сегодня на работе побывал в свой выходной, для меня это нормально. Думать, что сегодня может быть рабочий. Так, а вот это я с собой заберу, пожалуй. Вчера закончил модель, все проекты сдал. Думал, отдохнем 2-3. Завтра новый модуль. Охренеть. А, модуль. Я прочитал модель. Ну ладно. Ну, знаешь, как бы дело не стоит. Не скучно, наверное. Ладно, ребятки, я вам поставлю здесь усиление и пойду медленно, наверное, к Джейку. Привет, РФГ. Hello, it's me, как говорится. С возвращением. У меня уже был стресс от 3D. Да. Ты сука? Нет. Ладно, я тут похилюсь. А ты ничего из учебы не выкладывал в Инстаграм? По-моему, ничего, да? Я вроде периодически смотрю, но не помню. Анечка такая редкость. Да ну. Сейчас за эту скотину апнули, она вообще анскильный кусок говна. Но не такой инвалид играть не умеет. Челику воткнули, считай, халявный этот веночек и фиолетовый пояс по дефолту. Чё там уметь играть? Сейчас, подождите, я коту дверь открою. Выкладывал 3D-шный мультик? А, ну значит, я его видел. Ну что я... Ой, раньше в фабрике были только Нюрсы, Билли, Даньки. Ну, ты очень давно в ДБД не играл. Беляс почти каждую катку. Играть уже против него заебало. Потому что это говно... Ну, не то чтобы апнули. Это говно перебафали. Это мне для дебилов. Сейчас все, по-моему, маны для дебилов. Не считая каких-нибудь там трапперов. Нюрса для дебилов? Нет. Нюрса для гигачатов. Если играть без травмы, без аддона на 20% и если не брать 4 перка на ауры. В принципе, нормально, пойдет. Ладно, живи, спасибо. Последний запуск 2 августа был. А это не тогда ты играл с нами, с Лешей? Я еще стрим подрубал. Нет, не живи. Когда полностью скарал весь билд Кирилла, говоря, не играть так. Не живи. Посмотри на это чудовище, он вообще не кидает топоры, пока упор не подойдет. О, замечательно, правда? Я тут постою, я никуда не тороплюсь. Да, как же она рашит все ебало. Удивительно, что она на меня не кинула топор, когда я прям в упоре перед ней был. А я, кстати, этот обосную, почему я так сказал про Нюрсу. Потому что, когда ты играешь с перками на ауры, ты считай, ну... У тебя отключается мозг, ты перестаешь думать. Тебе лень читать, как Сурк побежит, как он пойдет и так далее. От этого как бы интерес теряется. Вот.
А когда ты реально своими мозгами пытаешься предугадать действия, тогда интереснее гораздо. Я понимаю, что проще с аурами, да. Но интерес пропадает. Аддонну травму и на 20% тоже объясню почему. Потому что это считается как костыль. Нюрсия. Ну, 20% ты там стопудово дотянешься, да, там вот в спорных ситуациях. Но, а травма тебе это, ну, потому что мясничок на нерсу же не работает, возьму-ка я травму. Хоть она тоже откатывается, ну да похуй. Да ладно, я дебил, я сам набежал. О, господи. Почему-то я не прочитал ее. Решил я, значит, убрать свой подвальный билд, и меня вешают на крюк в подвале. Ну, в принципе, ничего нового, учитывая, что она там... Какая-то дебилка на нету, нормально. Повесить сейбл в подвал для нее это норма. Медведь с аурами. Вот, играть с сеткой. Сеткой? Что такое сетка? Я не помню. Аддон? Клетчатая фланель, что ли? Ну да, клетчатая фланелька. Ну, это, да, это для гигачадов с фланелью играть. Самое чувство, когда аддон тебе не помогает, а руинит. Понятно. Можно не играть дальше. Вот те, кто скажут, а вот играл бы в пати, такого бы не было. Ерунда. Почему-то по своим наблюдениям я заметил, что даже когда ты играешь в пати, чувам, ну, на тебя похуй. Они просто такие, ой, ну кто-нибудь другой спасет, я не хочу. Ну такой, ну ладно. А вот ты играл бы со мной, но у меня ДБД не скачано. Бывает. Ничего. Да я играю в пати иногда сейчас. И то, по-моему, у нас не фулл собирается. Или может я кошечка? Где мой легендарный сет? Во. Всех дети. Ну. У кого-то да, дети есть, согласен, но... Нет. Кто-то вечно занят. На кого-то у меня жопа горит, я играть не хочу. Будешь с их детьми играть, походу. Походу, я дождусь того момента, когда дети вырастут. Ну, если ДБД не загнется к этому времени. Я, честно говоря, не знаю, во что играть в скором будущем, потому что, ну... Игр интересных вот именно онлайн, вот с таким вот соревновательным элементом, ну вот, ну нет. Ну мне не интересно. Apex мне перестал быть интересен, да? Хотя он относительно ДБД и Overwatch новый. Overwatch, ну блин, игра потихоньку умирает. Если посмотреть, что разработчики делают. ДБД. Я не знаю, сколько она еще проживет.
Конечно, можно надеяться на ДБД-2, но, бля... Такая себе надежда на самом деле. Если там не будет какой-нибудь сейбл и нюрсы, то играть как-то не особо хочется в ДБД 2.0. Суки. Дайте гены починить. Кто это? А, Мишка Фредди. Кстати, если вы слышите какие-то подозрительные звуки, не беспокойтесь, это у меня просто окно открыто. Очень-очень жарко. И там что-то происходит. А у меня окна на мусорку выходят. Если что. Если они у тебя ранят, то у тебя мать шлюх. Ладно. Дима не шлюха. Блять, ну стопудово где-то тут вот, блять, что-то еще понаставил. Мать вздохнула с облегчением. Бля. Ну ладно, тут вроде бы ничего нет. Хотя это траппер. Никогда не будь уверен ни в чем. Если ты видишь траву, беги подальше. Ну, либо окно видишь, тоже беги подальше. А ты побегай. Ну, точно найдешь, да? Я бы побегал. Ну, то, что там, ну, там же, знаешь, вот назло всему, там будет этот фиолетовый камень. Ёпта. У меня микрофон вообще включен. Да, то я просто кнопки перебиндил немного. Короче, там будет фиолетовый камень, я попадусь. Если я выберусь, я автоматом лягу. И пизда мне. Так, ну инфа по секучке есть. Что там еще может быть? Под доном инфы пока никакой. А тебе застопился, да? Получилось фастфолд сделать. Я не побегу туда, там трапа раньше стояла. Я не знаю, есть ли она там снова. Я не успеваю, да? Нет, успеваю. Ебучий дед. Ебучий, сука, дед. Пойду-ка я. Ты ему тоже написал, чтобы он побегал? Проверил на трапы. Ой, бля. Забрал. Ага, значит, раскрывашек там нет. Ладно. Ку-ку. Ну, тут где-то в траве поставил. Вопрос, где? Или он ее забрал? Похуй. Блин, это фиолетовый камень реально есть!
Ну это невозможно, я же здесь ходил. Какого хуя, бля? Бля. Трындец. Короче, беру подвальный самохил, а вместо аптеки красную карту, чтобы видеть его ебучие трапы. Что, красное свечение блеклое? Я, кстати, не замечал. Вроде как обычное красное свечение. Ну, хз, потому что этот скин я постоянно вижу. В основном трапперы как раз-таки в нем и гоняют. Но очень редко бывают трапперы, ну, в дефолтных скинах, там, и так далее. Видишь трапу, ты уже автоматно знаешь, что против тебя мишка Фредди. Ничего нового. Мы им зачинили, да? Мне похуй, гайс. Мне нужны эти очки. 3 часа до конца ивента. Я вот еще думаю, что делать. Либо дреджа качать. Либо... дальше вливать в сейбл. Блять, ну... ну не было ее тут, ну не было, не было. Я хотел проверить. Не было ее здесь. Я негодую. Я забираю все свои слова обратно, что я про деда говорил. Она из земли появилась? Я не знаю, я смотрел на вот эту точку, там ничего не было. У меня, знаешь, мысль была первая. Ну, стопудово он вот здесь вот походил и поставил в траве трапу. Я подхожу... там нихуя нет. Это ужас. Ёбаная тупица. Почему так сложно побежать в проход, чтоб я тебе дал спинку? What the fuck? What the fuck? Ты чё, вообще ничего не делаешь, да? Это моя типичная катка. Ну я не отчаиваюсь. Блять, он идет. Блять, он отсюда идет. Без хуйни, пожалуйста, без хуйни. Спасибо. Че, притянется тебя трафа? Не надо. Сплюнь. Блять, я теперь вот так буду ходить. Ну тут...
плюнул. Спасибо. У деда. А дед, кстати, выжил. Я вот его засейвила. Хорош. Ну там мишка Фредди заряжен стопудово, там он какой-нибудь наед останется. Потом по-любому сдохну. Вот у меня в голове вообще нет мысли о том, что я выживу в этой игре. Что-то мне подсказывает. На мужика. На мужика, сука! Блять, чел. Чел. На эйсе, блядь. Ну, кто ж сомневался? Ты ж по-другому-то не сможешь. Как же я читаю эту игру? Как открытую книжку. Какой группой, блядь, я в соло играю? Что ты, блядь, несёшь ДБД? Да, реально, где-то Тошка.
Ну и замечательно, раз вы так думаете. Это значит, только я в нем буду бегать, что я буду один эксклюзивным челиком. Эксклюзивный наряд. Собрал кто? Мистер Хексингтон. Она выглядит как 70-летняя проститутка-рокерша. Так на это и есть уклон. Да. Правда, про проститутку я не думал, ну ладно. Пойдет. Биша только недавно вышла с ДБД. Ну, я как бы тоже был не при делах. Я сам на стриме сидел по ДБД. Что-то смотрел. Подумал, блин, надо бы тоже поиграть там немножко еще. Жди меня. Я приду этой осенью, кажется. Дедлок, по-моему, хотя мне показалось, что у Талитки был ген побольше, чем у Джейка. Ну да ладно. Похилимся? Моё, ты девочка. Привет, Тизифон. Хаюшки. Какую кнопку на F? Блять, вот понапридумывали. Сделали бы все на E. Там, я не знаю. Одобрение на E, мину на E. Какую-то хуйню придумываю. Надо поменять будет. Бедняга Мор. Хату разъебали. Надо бы какой-нибудь тепленький генчик оставить. Минку в него воткнуть. Чек на новое расписание. Стоит пара 10.30 до 13.20. В ней же факультатив 11.30. Я ок. А как? В смысле, типа с пары свалить на факультатив? Сложно. Как я домашний нет и на телефоне тариф меняю на F? Да. Мобильный интернет, тариф, все это такое. Блин. Было бы прикольно, если бы он куда-нибудь подальше повесил. Нет, надо показаться. А, ну да. Мы же такие. Угадаю, не угадал. С палетой, ладно. Немножко угадал. До скорой встречи. Моя любовь к тебе навечно. До скорой встречи. Ах ты, сука. Ну ладно. Бля, только ген тут не давайте, пожалуйста. Может, у него секучка будет, нет? Лить бы лети сразу на тот ген. Ой, тупое создание. Господи боже. Спасибо. Пара же, по-моему... Хотя нет. 10.30 до 13.20. Нет, по уровню не разобьешь. Просто подумал, может там... В перерывчик, типа, сходить. Это тоже не вариант.
О, господи. Не, ну если такие вот, блядь, будут моры мне попадаться, то, конечно же, блядь, я выиграю, нахуй, все игры на свете. Ой. Ну, shift это жми. Ой, ебанутая тварь. А спинку? Но на тебе же часы. На тебе же часы. Просто 10 секунд часов. Почему? Мактомас тоже такая. Ну, я фуловая, на воротах постою, да. Не. Извините, но на сурвалах долбоёбы играют. Другой день вообще обе пары, 10:30 какая-то фигня. Не знаю, у меня пары всегда 8 были. Типа ничего не хочу сказать... Ой, бля. Ничего не хочу сказать против, либо там, типа, это не ЧСВ. Но вот Паша, блядь, был реально прав. Когда сказал, вот если буду играть 4 я, это реально будет выигрываться, либо хотя бы даваться плюс 3, плюс 2, если там потнича. Но, блядь, с такими овощами можно забыть про это. Да даже не то, что там уходить. Просто удовольствие от игры получать. Ну, невозможно получать удовольствие, когда, блядь, с тобой дебилы играют. Я слышу, я у которой 80 часов и первые 5к так бахуя гены. Так нет, там же ж имеется скрытый подбор. Ну, в плане того, что это... Как это называется... ММР, вот. Вряд ли... Ну, достаточно относительно новенького игрока будет закидывать. Если там, конечно, не пустой аккаунт и как бы там... Просто приходишь с новой платформы. Прям крайне редко. Блять, моя любимая часть в этой песне. Уф. Худини.
Кстати, прикольно, голова с кукольному сету подходит. Ой, бля, у меня тут из-за магазина я ни хрена не вижу. Скорее бы уже next курс работать с заказчиками, хочу новый компьютер. Не, ну это прикольно, то, что ты уже будешь работать с заказчиками. Компьютер в плане для работы с заказчиками или новый компьютер за счет того, что ты будешь получать какие-то денежки при работе. Ну, прошлым летом я за нее играл, 5К, так потом прям бахаю, и там даже сливают меня, а дальше просыпается мансер. Не, это нормально на самом деле. Ну, извините, кто заходил в ДБД и уже умел играть? Да никто. Все это методом проб и ошибок, обучению со временем происходит. Просто есть необучаемые придурки. Вот я с ними играю, с рандомами ебучими. Это называется, знаете, подкрутка и скрытый пул. Когда против тебя играет слаженная тима, даже если это абсолютно рандомные челики. Они играют нормально, слаженно, они спасают вовремя, они и гены рашат, они и бегать умеют, как бы это все ок. Но когда ты играешь, ну против тебя овощи, ну в 95% катках. И вот эти вот 5%, вот, они вселяют в тебя надежду, что, может быть, еще раз ты попадешься с похожими людьми. Но это бывает так редко, так редко. Привет, Феденька. Добрый день. Цель выполнить квест. Ну да. На экскурсии университет берет заказы для студентов. Я даже не расстраиваюсь из-за сливов. Это хорошо. Денежки новые для всего. Моя знакомая работала для ВДНХ в прошлом году. На next курсе университет берет заказы для студентов. То есть, если ты зарекомендуешь себя как хороший художник, то у тебя уже даже после выпуска будет какая-то такая база и резюмешка. Ну, это прикольно. Если чё, у меня на дредже 2 часа, так что не судите строго. Мне он просто понравился, не знаю почему. С выпуска уже в портфолио куча всего. Ну вот да-да-да, вот я про это говорю, то что наработается вот это портфолио и так далее. Дредж. Я объясню, почему я начал на нем играть. Достаточно долгое время мне выпадали дейлики на него, в плане там либо нанести, по-моему, удары в ночи, либо просто активировать ночь обилкой или ударом. И я его просто что-то принципиально не качал, а потом я такой думаю, бля, ну на него пока да все падает, нужно на него качать. Покачал, что-то поиграл и такой... Мах! Прикол. Крутой вайб, кстати, на стримаке. Спасибо, Федя. Мне приятно всегда слышать эти слова. Это то, к чему я стремлюсь. Ой, хоть меня ебут, хоть я проигрываю, но я не отчаиваюсь. Пока что я держу улыбку. Ну ладно, вы ж не видите все равно. Поэтому... Может, это даже ухмылка, может, это улыбка через боль. Через катку этот лайф 100% поменяется. Такое тоже может быть. Я согласен. Но пока у меня есть настроение, я держу этот лайф при себе. Привет, Данил Блединыч 2 капа слэш. Короче, да, давно я тебя не видел. Приветики, приветики. Круто ник сделал бы, Лёша такой же. Ой. Да похуй. У Блединыча раньше никнейм был просто. По-моему, Бледина и какие-то циферки. Потом он сказал, что его доставили. Играю, кайфую. Блин, так это ж хорошо. А, вот как это работает? Я только там... Ладно, у сурвов тоже пинг плохой. Это, видимо, сервак. Только хотел сказать, ну почему, блядь, я все время сажусь на манов, а нет, ладно, 2 значка появилось. Не знаю, как это работает, но вот именно как только я на манов сажусь. Что ж, бывает, чё.
Не судьба мне просто на манах на стриме играть. Господи боже. Ах ты. Вот меня тебе бить. Ладно. Господи, боже. Ладно. Что за игра про двух панков играл? Сестру с братом ебежил. Они не панки, они просто такие мрачные. Ну это прикольная игрушка, называется Гроб Энди и Лейлы, всем советую. Она вроде как, ну, в стиле таких стареньких бродилочек, которые на телефоне были, с элементами визуальной новеллы. Очень классная игра. Тип. Но есть минус один. Два минуса. Во-первых, там нет русского языка. Но есть русификатор от фанатов. Второе. Там сейчас только два эпизода. Вот, так что нужно ждать, пока там будут следующие эпизоды. Привет, Сереж. Я вообще нихуя не дую, но выгляжу как окурок. Ладно. Привет, Даня. Блять, они уже все позакрывали. Твари. Я не лачу сломаю. Никого нема. Бывает. А, да? Ладно. Может, шкафы переставлять? А ну, это как-то было бы слишком сильно. А шо, что они у нее все замки позакрывали? Я тупо по 200 рублей фармлю за то, что замок убиваю. Очень прикольно. Еще прикольно 4 повеса на 5 генераторах. Отдавай мое говно обратно мне. Это да. Эти мягкие мальчики не привыкли к жесткости, я ебу их телег, как их сучек. Ясно. Очень информативно. Бля, че он тут из себя смертный приговор подписал? Бля, ладно. Да мне похую. Бывает. Да не похую было. Дармейки.
Кто интересный, хороший, интеллигент. Ну ладно, нет, не интеллигентный, просто интересный, хороший мальчик был. Не ожидала? Не ожидала. Хуя ты мне соль нахуй сыплешь? Мне же щекотно поперчить. Все закрыли. Да, блядь, я не знаю, как она как они успевают, блядь, все шкафы в мире позакрывать. Я еще когда влачу людей... Ой, влачу. Когда в падик всех вешал, я типа заметил, что тут шкафы все позакрывали. Когда они это успели сделать? Хз. Все равно не чиню. Дубль 2. Что ты, блядь, делаешь? Сука. Но не дочинила все равно. Тут шкафов, блядь, нет. Охуеть. да? Ладно. Ладно. Кто-то там побежал на меня, но я лучше этот генчик посмотрю. Ой, боже мой, какая встреча. А, блядь, я его не увидел. Ну ладно, ладно, хорош. А дальше что? Что ты делаешь? Чел! А
я ведь реально подумал, что снова играть научился. Слетать на тот ген. Да, он погорячее, чем тот. Опять я не то сделал. Ладно. Сейчас, кстати, проебусь за это, потому что я случайно не на ту кнопку нажал, вместо того, чтобы тэпнуться, отменил. Надо ее гнать туда, там, где кровавая зона, чтобы она... Вот такие хиты получала. Да? Ты ж любишь зайка, да? Ладно, они уже успели дочинить. Я ее повешу. То есть сказать, надо будет кого-нибудь здесь поискать, потому что тут кто-то бегал. Даже делать этого не надо. Все равно кто-то сидел. Нет? Ладно. Что ты делаешь, блядь? Да, она же знает, где ворота. Ну ладно. Не получилось, ладно. Что-то приседаешь. Потому что я бы задодатил. Что там? Похуй, они мои стратегии. Надо сделать так, чтобы фонарь анлокнулся только после доната в игру за... Ага, и кто тогда с фонарями будет? Мэтью Коут на весь ДВД? Я, потому что я бы задонатил. Ты задонатил себе на Apex? Что-нибудь купил интересное? Что-нибудь выпало? Или нет? Или все-таки передумал? Или ничего не выпало? Купил ивент за 700 баксов, let's go! Я все никак не могу себя заставить зайти в Apex. Я просто хочу флэт забрать. Больше никогда не заходить в него. Не донатил еще. Ну ладно. Какая у тебя топ игра сейчас? Ну. Наверное, у меня сейчас в приоритете из сетевых ДБД. Из синглов не знаю. Последний сингл вот был. Гроб Энди и Лейлы. Да, я жду, пока все выйдут. Там еще, по-моему, не все вышли, да, задания? Я
Я подожду, пока задания выйдут. Поиграю, пока эти здания сделаются, у меня и уровень БП апнется. Если не апнется, я просто докуплю. У меня монет дохуя. Король Дмитрий. Я лошадка. Иго-го. Да, трэш. Где еще? Еще два перса осталось, мне задания все скинули. Жду, когда эти гондонио вернут прогресс, и потом пойду делать другие квесты. Это хорошо мне. Я просто понял, что у меня слишком много игр с батлпассами. Плюс Apex я уже, ну, не вывожу, правда не вывожу. Я слишком, ну... Не моя эта игра, короче. Хоть я и кайфую от... персонажей, от скинчиков. Но нет, сам игровой процесс мне не нравится. Поэтому... Я вернулся в ДБД снова. Увы. Это как секта. Пытаешься уйти отсюда, но всегда вернешься. Вот, и... И что еще? И Overwatch вот был. Я сейчас наконец-то БП в овере закрыл, поэтому я чуть меньше играю в него. Просто когда, ну, позовут и так далее. А вот сам, чтобы там сидеть по...
интернета. Хорош. Блять, это ебучая, вот это вот кровавая луна. У меня просто хит скользит в никуда. Кстати, карта на самом деле не очень хорошая, потому что тут... Как она называется? Шкафов очень мало по области. Я не могу себя свободно чувствовать. Куда он пошел. Ну, еще вот эти конструкции, типа на саду счастья, их не все знаю. Все позакрывали ироды. Уже, блядь, убежали. Иго-го, иго-го. Да. Такую ошибку совершил. У меня слева кто-то стоит. И меня в закрытый кинуло, тэпнуло, в закрытый, блядь. Рядом открытый стоит, и меня все равно в закрытый тэпает. Вот это замечательная, блядь, механика. Если бы такого не было, было бы все прекрасно. Все позакрывали, блядь. А лимит на закрытие, блядь, шкафов будет, нет? Сука. Как же он меня наёбывает. Почему иногда он тэпается быстро на шкафы? Это ночь, потому что вот у меня сейчас ночь настала, сырые сейчас ничего не видят. У них все черное. Они не слышат мой террор и так далее. И... Я пусть со скоростью света. Вот серьезно, вот, блядь, что это такое?
пойду кофе сделаю, да, давай. Ладно, этот ген я просрал. Вот что это такое? Я же ударил. Все равно, блядь, какая-то паскуда вот здесь снизу сидит. Урка это такая, ахаха, лалка. Я тебя затралю, я этот ген заведу. О! Повезло, повезло. Ёбище, блядь, на Стиве, а? Палет, простите меня. Тяжко мне на этой карте. От счастья ты счастлив очень. Какой подвал! Ой, бля. Отец. Ой, ты, блядь, молодец. Как будто на нерсе играешь. Там управление кривое.
У Дреджа иногда бывает. Ну, ну да, там этот замечательный перк. Как он называется? Запасной игрок. Ладно, похуй. Короче, перк, чтоб Леон со скоростью света тэпнулся и ослепил меня. Ой, Леон, господи, Леон. Стив. Надо выгонять их. Мне похуй на тебя, чел. Я знаю, что ты здесь сидишь. Ты меня не ослепишь, малыш Стиви. В целом, что много очень тупил. Вот, пожалуйста, челики оставили Леона, хотя они могли просто спрятаться, не вылазив. Не палиться, не получать доп-хиты. Из-за этого я бы их не выгнал. Они бы его просто сняли, дали бы ему спину, и это было бы плюс 4. Чё, ну пойдешь играть? Что-то мне не хочется на сурвах играть после предыдущих. Кстати, мина была. Ни разу ее не тронул. No. Да, трэш. Ой, блядь, Дима, даже не думай. Ты же разочаруешься в жизни после этой игры на чаке. Откуда у меня вот этот скин? Его тоже, как скин Габриэля, всем раздали. Ой, блять, вы не видели этого нахуй. Ой, блять, какие-то билды, блять, страшные. Ладно. Это мы с подругой билд тестили. Один.
Ну так это прикол, мне дали не тот перк понюхать один раз и все, и больше он мне не выпадает. Спасибо. Ой, я проиграл. Если бы мензурка была, может быть, бы что-то сделал. Baby, join me in this, please. Все хрустит. Жопа. А что это? Отделение для буйных. Она без следов убежала, что? Чё за хуй? Тут нічого нема. You know? Слишком много текстурок лишних. А мне уже все гены дали. Вот, пожалуйста, я играю на манию. 30 генов уже дали мне. Бежит, блядь. Просто, блядь, бежит. Она, блядь, не задумывается. Да мы сходим еще, не переживай. Просто на сурвах такого настроения как-то нет. Лучше я что-то сосу на киллерах, блядь, чем я буду на сурвах играть и страдать.
Давно, кстати, этого Гена не видел в мейне. Интересный кадр. Ну похуй мне на тебя. А может, и не похуй? Может, я обманул? Даже вот это чмо дает спину Микаэле. А у меня, блядь, сурвы такого не умеют делать. Видите? Спиночки. В отличие от моих тиммейтов. А подожди по-братски. Смотрите, выхилилась и уже спиночку дает. Ну что за девочка умничка? Недолет. Господи, ты бы лучше не приседал вообще. Типичная. Хотя Нэнси сама спрыг. Уничтожил. Девочка Микаэлочка с уникалочкой. Как жаль, что мне похуй. Mm,
Главное, что задание сделалось наконец-таки. И теперь можно не добивать этот архив сраный. Теперь у меня все сделано. О, прекрасно. Можно расслабиться. Вопрос, что там по кровавой луне? Любые кровавые зоны, сгустки. Надо на пешах реально на Е ставить, это они что-то выебываются дохуя. Я что-то жалею их. Кто, блядь, вот в этом бегает? Это ж пиздец палится на всю карту. Также челики, которые ставят вот эту маску, или вот эту, которая, блядь, ну пиздец светлая. Какой смысл? Надо ставить либо что-нибудь темное, либо что-то, блядь, вообще пиздец темное. Ням-ням. Найдите карточку, пожалуйста. Хотя... На густфейсе я, может, и повесов не дам, зато кровавым вором хорошим буду. Да. О, на Оне у меня же костюм открылся. Можно его наконец-то нарядить. Где он? А он пока такой. Ладно, не успел нарядить. Ну, даже не знаю. Туберкулез. Be gentle with me. А что-то там сет. Расскажите о себе побольше. Туберкулез. Ты анимешница, у тебя 1500 часов. Окей. Be gentle. Машуля, 3 рубля и ваша. Блять, у нее в группах шлюхи, Тим. Ладно. Так, вот это сет. Russian Federation. Скрытныч. Проверяем друзей. Туберкулез в друзьях есть. Ищем Be Gentle With Me. Да, вот это вот. Они в пати играют втроем. Или он не с ними. Потому что он консольщик. Хотя, может быть... Это с эпика их друг. Я ж тоже так играл. Тромбозные безделицы. Как бездельницы. Ну, еще ничего не делают, по сути. Хотя безделица тоже примерно такой же смысл вкладывается в слово. Ну, типа, предмет без дела. Просто так. Красотулька. Бездельница только, которая относится к предмету. Во. Сформулировал мысль. О, головные. Ну чё? О, это мне вкусняшка. О, кто-то в мейне есть. Тише, тише, вдруг он все услышит.
на этом гене кто-то сидит. Блять. Ты думал, я про тебя забыл? Хуй там плавал. Блять, он не ждет. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. О, хорошо. Пиздец. Три гена. Ой, два гена. Ну да, три гена осталось. Ну, тебе игра против патча. Роуст. Весело. Очень. Очень. Я тут покакаю, если вы не против. Пойдем, друг. Хорошо, что она с глазом играет, она мне такую инфищу дает. Просто жесть. А тут ничего нет. А тут ничего нет. Просто теперь в обилке ходим, ждем, пока меня спалит чел. Где-то он тут сидел.
Ясненько. Хорош. Хоть бы на спинку дала ей. Спина будет, спина будет, спина будет, спина будет. Эдшир. Семи на манах и на ГС еще за Х. Ну иногда душа лежит к ману. Да я не знаю, мне ГФ нравится. Когда на Ямаоке играешь в моем скине ГФ, это просто... конфетка. Вот я говорю, типа, глазик его подставил. Очень много инфы давал против его же самого. После досыпать, после работы буду у тебя... Поняла, после досыпать после работы буду у тебя баллы фармить. Чё? Ничего не понял. А, пошла. Ну, пока. Привет, пока, как обычно. Хотел не поменять. Бля, какой же он охуенный. Да на Оне не играю, но скин просто бомбический. Настроение какого-нибудь сейбл, какого престижа, 26-е. Привет, Дашечка. Хаюшки. На настроение кого-нибудь замементить. Поэтому, наверное, восстановлю, сыграю на Андрю. И пойду отдыхать. Как отдыхать, поиграю без стрима. Скорее всего. Либо посижу на Твиче, я еще не придумал. 2 часа стрим отдыхать. Ну, я не вижу смысла очень много стримить. Стрим должен быть как хороший фильм, иначе тебе что сам стример, что его контент приестся. Да-да, спокойной ночи.
Ни один медич пока не выпал. Или он у меня есть? Но нет. Блять, у меня реально Ивана учится. Что случилось? Ну, один Мидвич, я вот прошу, просто одно письмо. Пожалуйста, игра. Один Мидвич, умоляю. Как я нумерацию в Орде ёбнуться. Да. Просто людей в Гугле забанили, они не умеют пользоваться. Сбери ноготь, спасибо. Не увидел, что он там был. Серьезно, блядь, 500 БП и нахуй ни одного Мидвича? Чё за хуй? Дра? Hello? Hello? Hello, игра, hello, блядь, hello. Ай, пошёл в пизду, ебучая игра. Что вы такое придумали? Что подумал? Погнали. Ладно, хоть кто-то мне внимание уделяет так близко к экрану. Блять, ну я до сих пор вот думаю. Я хочу по приколу. Но я еще думаю, типа, вот из манов, которые тут есть. Думаю, мы бы торговку себе открыть, когда она будет, ну, на годовщину за полстоимости осколков, типа за 4500 этих осколков. Я вот думаю, если я возьму на нее скин, ну, тело в смысле. Там тело с какого-то китайского или... Ну да, с китайского Нового года, оно такое прикольненькое. Вот, и я думаю, МБ к этому телу подойдет вуаль с вот этой вот кровавой луны. У меня как раз 400 осколков. Ой, клеток есть. Но сейчас 4500... Нет. Сейчас 400-500 те маны, которые попали в бандлы. То есть, чьи, по-моему, DLS убрали и там добавили их в один огромный такой бандл там. Типа, 4 главы в одном бандле. Вот, и они, по-моему, 3 таких выпустили там. Хага Доктор в одном, там, допустим, Стрелока кто-то еще в следующем. Вот. Не знаю, правда, зачем они это сделали. Мне конкретно удобнее, допустим, покупать по главе. Глава вышла, я купил главу. И это сейчас не идет ни в какую с этими... С лицензионными главами. Ну, кстати, она вот на шлюзе я, может, и пососу за мою девочку японскую, но... Аквамарин публикует обзор. Кофе Толк. 8 из 10 киберпанк для барист. Более этот обзор полезен, да?
Да, у Соклона уже 10-й персонаж 100-го престижа на аккаунте. Ебанёшься. Ну, я вспомнил, надо будет... Я и Фури 3 сегодня допройти, может, сегодня-завтра. Да мне интересно, чем-то история с тельяшками, как она будет развиваться. Ну да, Хэллоуин, наверное, на завтра стал. О, кстати, Федя, если ты еще тут. Как там твой одноклассник Никита поживает, вот. Никита, все супер. Чела, блядь, уже сдуло нахуй с Гена. Было. Кто он вообще бегает, блядь? Дед ебанутый. Похоже, он мне точно не рассказывал, а так мы вроде четверг собирались в Алик играли. Это хорошо. Классная палет, да? Метр на метр. Мне тоже нравится. Блять. Там был. Не ожидал, да? Пиздец. Как тебе такой хит, чел? Вот поэтому я люблю эту карту. Чел в палете стоит, дропает. А там проход. Он такой...
Unreal имба? Понерфите. Нет, я не на тот телек тэпнулся. Хорош. Дальше побежал. Я ему еще и кассету не дал тронуть. Спинки против Unreal. Дедушка, в каком ты веке живешь? Хорош. Вот тут сидят стопудово. Дед взял кассету.
тут Нея. Тут деда тоже нет. Тут тоже нет. А где он сидит тогда? Не в ту сторону. Теперь в ту. Настя хит, кстати, нажал. Ну это так, чтоб все знали. Ой, бывает. Пизда здесь, в кровавой зоне. Уа-а-а! Нормально? Ну все, игра закончилась. Какие умнички, два круга исцеления, а у меня игрушечку, которую их убивает. That strat is broken. Nope. Тип чел, ты либо кассету лутаешь, либо умираешь. Все просто. Я еще пока потэпаюсь пару раз. Пока накоплю им одержимость. Кого-нибудь поймаю, повешу на крюк. Эта одержимость на нем останется перманентно. Потом еще раз потэпаюсь. Настакую мементо и просто радоваться жизни буду. Все. Короче, гайс, я пойду, потому что я утомился. Вот, и как бы мы уже 2 часа здесь сидим. Как бы фильм закончился, поэтому... Хорошего всем вечера, хорошего всем воскресенья и удачного завтра рабочего учебного дня. А у меня выходной, я буду отдыхать за вас. Все, ББ, я тварь, я знаю, ББ, люблю вас всех.